К вековому юбилею выставка картин Михаила Блища откроется сегодня в Национальном художественном музее в Минске. Он оформлял подмостки Большого и облачал в образы, например, Лауренсии, солистов театра. Эскизы из сценической жизни вошли в экспозицию, а также портреты, пейзажи, витражи, монументальные росписи. Всего около 100 работ к столетию мастера. По-настоящему ценным дополнением стали фотографии из семейного архива. Стремление к высокому именно искусству, не к любительскому, а именно он, каждого любителя он хотел, чтобы тот стал профессионалом. Большая часть работ, конечно, она разошлась при жизни отца. Отец был очень щедр, хранить негде было. Да и продавать картины, когда жил отец, их не продавали, только по заказу своих художников. Его творчество в буквальном смысле прошло огонь и воду. В годы Великой Отечественной художнику пришлось стать на защиту Родины. Но даже в траншеях он не растерял любовь к живописи. Михаил Блищ до сих пор остается одной из самых неизученных фигур белорусского искусства.